Доброго всем времени суток, с вами Тексар, и мы играем в Gunsmith. Продолжаем тут строить свою оружейную империю, скажем так. Итак, у нас немножко тут провисало вот по энергоблокам, назовем их так. Поэтому давайте мы их еще поставим. Что я сегодня хочу? Да... ну, я вправе это сильно сдвинуть не могу. Мы поставим тут еще белт пока-то. Вот. Я не успел. Вот же хреновина-то, а. Так. Тормозим. Забираем. Да блин. Забираем. Ставим. Включаем. Все. А, немножко не экономно. Где еще валяется? Жалко, никакой отметки нет. Так, вот эта штука служит для того, чтобы в неком радиусе, не сказано в каком, собирать всякое. Так, ну тут с порточками все хорошо. Почему мы не делаем больше ботинки? Кто знает? Никто не знает. Но мы их не делаем. Мы делаем. У нас осталось просто много подметок. А делать-то мы их делаем. Все, все хорошо. Значит, тут работает, там работает. Заходим в ордера. Я не поставил блоки, да? Ну ладно. Так, что у нас самое такое хреновое? 2-3-2-3-2-3-1-0-4. Перчаток надо. Но мы теперь устранили проблему с перчатками. О, прекрасно. Час 33. Сейчас посмотрим, может, мы его фиганем отсюда. Час 02. Вот это важнее. Час 02. Нужно 260 ботинок. Угу. Так, тут 156 подметок осталось, тут 80. Пока живем. Я хотел было ускорить этот процесс. То есть добавить сюда еще, чтобы было больше. Но, видимо, это излишнее. Да, 2 секунды она идет. То есть мне, если делать, то делать где-то тут, не знаю, вот тут вот как-то ставить. А я этого не смогу. То есть там все надо переделывать. А, вроде как меня уверяли, что все будет хорошо, что я зря переживаю, и потом у меня будет меньшее количество этих самых заданий. Не заданий, ну, ордеров. Раз. А, два. Три. 4. Вот так. 1300, я думаю, будет неплохо. Окей. А, далее. Ресурсы. Фабрик шит надо купить. Фабрик шит. 1000. Покупаем. А, денег у нас как-то сразу маловато становится. Но мы по этому поводу можем не переживать. Так. Что у нас тут? Вот это мы нафиг. А вроде как упаковывалка может быть одна на все случаи жизни. Поэтому как минимум, производить бэкпаки я буду тут. Ну вот, вот так. Хорошо. Строим с конца. Так. Ну, склад пока пустой. Денег, ну, что-то есть. Производим. Значит, сначала мы... Да, что, по ордерам метнемся. Час. Вот самые злобные ботинки на 686. Ну, я думаю, догоним. Порточки вообще. Тут вообще красота с порточками. 560 мы вот в эти задания выкинем. Хорошо. Ожидаемые ордера.
У нас с бэкпаками и с камовестами ордера. Ну уж ладно. Пока не злобствуем, пока погнали. Так. Так, здесь. Давайте смотрим рецепты. Давайте. Давайте Combat Backpack сначала. Оу, Combat Backpack у нас непрост. Весьма непрост. Давайте с конца. Упаковка, прошивалка и мёрзлка. Прошивалка. А чё, включайся? Чё там? И мёрзлка. Где-то была, да? Вот она. Так, шикарно. Ну, вроде как она встала нормально. Output. Combat Backpack. Должен Fabric Backpack приехать и Plastic Fitting. Заводись. Мы заодно будем смотреть, сколько нам нужно энергии. Так, билты. А давайте в ресерч еще сходим. У нас заресерчено все и вся, по-моему. Билдс пак 2. Угу. Тоже хорошо. А тут у нас... Ну, по энергиям пока нам не нужно. Давайте билдс пак 2 возьмем. На 25 ресерч поинтов у нас 14. То есть пока у меня не будет 14, я не могу исследовать. Хорошо. Не очень-то и хотелось. Так, кукбук. Комбат бэкпак. Что у нас здесь? Мерзлка. Сюда приезжает из зиппера. И из формировалки пластиковые фитинги. Ого, их 4 в одной. Однако. Возможно, пластиком я завалю тут это все. Аж. Ну, ладно. Что я скажу? Что сказать? Потом будем гадать, что из этого можно сделать. Вот это вот она в любом случае не сможет ничем нас порадовать. Денег мало. Потому что она медленная. Так, ордера. Нужны деньги. Деньги. Где наш через час самый противный? Через час. 3.13, час 50. А, нет, активные. Вот, нет, это 3 тоже часа. Вот он. 56 минут. Задаем. Далее, час 59 перчатки. Час 27 ботинки. 57 минут. Штаны и перчатки. Вот, надо сдавать. Да, вот это. 57 минут, вот это сейчас сдадим. Там сейчас нам перчатки не теряет. Так, 25 тысяч, в принципе, все нормально. Ладно, тут. Блин. Ну она его же завалит. Это ж свалка будет. Ну ладно. Зиппер, резалка, диспенсер. Зиппер у нас чуть не лежит. Оу, не просто. Это все не просто. Резалка. А вот это вообще со сдвигом, да? А вот это вообще со сдвигом. Волки. Что такая кривульская? Как думаете, я попал? Хрен меня знает, да? Так, вход должен быть посередине. Нет? Так.
Наверное, как-то вот так. Неизящно получается, конечно, но... У нас какой-то немножко завал с ними совсем. Катер стоит бесплатно, вот так вот так надо стоять. Ауткут. Фабрик Вест, наверное, да? Да, Фабрик Вест. Рубаем. И, так, и теперь диспенсер. Вот, диспенсер у нас настроен на Фабрик Шип. И у нас, по-моему, опять ресурсы приехали, да? Да, слушайте, Фабрик Шип у нас приехал. Фабрик Шип. 2000. О, как мы за 16 купили. Ладно. Но продажа-то будет идти. 220. А что-то у нас... Перчаточки остановились. Остановились перчаточки там. Там глобс, хрен-то там. А что у нас вырубилось? Вперед, мои серые воины, что у нас тут? 317 пластика. Ты что выдаешь? Фабрик шит выдаешь, мы тебя вырубили, да? Пластик вырубись. Тут дохренище пластик. И? Подавило. А, вон не маленький ел. Да, они едут, все хорошо. А, перчатки пошли. Так, да. Так, ты уходи. 221. Ладно. Так, ладно. Тут. Смотрим второй вариант. Комбат. Эту линию мы закончили. Теперь это. Формируйте фитинга, нагревалка. Ну, тоже, в общем. Формируем пластик фитинг. Нагревалка. Включаем. И через белт, потому что мы тут, значит, не втиснем. Через белт ставим диспенсер. Вот. Вроде как так, но есть один момент. А именно, сюда будет до хрена идти фита. Фита, не фита, а это как ее. Тряпки. Пластика до хрена. А тряпки будет идти мало. А мало тряпки — это очень плохо. Но ладно, пока так. Тут пластик. Тут тряпка. Погнали. Смотрим. Минуса ушли. Ох ты, жилеточка-то пошла. А куда она пошла? Фабрик Госпак. Фабрик Вест какой нахрен? Все. Я сразу запустил жилет. Вот, все, поехали эти Фабрик Вест. Так. Поскольку она их жрет? Ну, я бы сказал, что не справляется немножко. Две секунды. Каждые две секунды она выпускает. Тут тоже каждые две секунды. То есть надо делать линию такую расходящуюся. Как здесь. Но там 1 к 4 будет соотношение. Что не очень хорошо. Ладно, ордера. Пошло. Сдаем. Следующий. Сейчас 20 ботинки.
Сейчас еще чуть ботинок, а мы ее тоже сдаем. А пока создадим запас жилетов немножко, чтобы взять еще рейдеров. Ну, ботиночки. Эта штука упаковывается вообще накопалую. Все. Все подряд. Ну давай, ботинки. Ну елки. Что у нас, ботинки не идут? Бомбас будет по нулям. Настораживает. Оп, елки, смотри, сколько всякого едет. А, ладно. А комбат будет все равно по нулям. А что-то встало. Ноль. Пластик надо запускать. Пошел. Пошел. Вот так тормознешь, потом мучимся. Так, ладно. Ну, это работает. Мы, в принципе, можем даже какой-нибудь ордер взять на бэкпаке. Не скоро заканчивающийся, да, вес не надо. Перчатки, бэкпаки, ботинки, бэкпаки. Просто бэкпаки. 2 часа берем. Я и по таким уже могу пройтись, но пока не буду. Вот, 3.45 берем. Кама Вест не берем. 2.55 берем. Ну, как-то так-то оно будет. Так, понятно. Ну, ладно. Так, я могу что-нибудь еще сдать? Смотрим. 2 часа, 3 часа, 3 часа. Час 50. 5. 3 часа, 2 часа. Час 18. Выбирайте. Слушайте, комод бэкпак, у меня пока ни одного нет, мне это не нравится. Что-то в этом во всем не то, да? Смотрим. Сюда приходит фабрик бэкпак. И выходит. Сейвинг. Нормально. И он туда едет. Но сюда, смотрите, не приезжает. Да не приезжает, наверное. Ох, елки. Потом какие-то. Ну ладно. Давайте глубже посмотрим. Combat Backpack. Saving Level 2. Черт, черт, черт. Так. Все это надо сдвигать. Да, где-то брать маленькие. Так, ресерч. Ресерч. 17 РП мало. И где-то брать маленький конвейер. Я не помню, куда я его зафигачил. Хорошо. Так, тормозим. Хорош тряпочками. Тут нужно 2 сейвинга. Да я тоже тормозил. Ибо нифиг. Так. Все отодвигать на чуть-чуть мне не нравится. Но выбора нет. Я две швеи мотористки сюда не поставлю. Все двигать. Это ни хрена не айс. Время 19 минут, нормально. Нормально. Упустил момент. Да. Так, ладно, сейвинг. На левел 2. Тут это очень легко упускается, потому что, ну, просто так не складывается в голове особо.
Там один станок нарисован, а это левел 2. Не так все просто. Так. Сюда. Сюда. Бэкпаков я так и не наделал, получается. Сюда. Так, ну нормально. Хм, а заказов набрал. Да. Ну. Так, ты пластик. Так, нормуль. Так, ты чё свечишься как-то странно? Включись. Включись и пой. Ты включись. Это работает. Это не работает, но сейчас будет работать. Так, эта штука с каким-то сдвигом у нас должна, да, вроде? Так, работай. И сюда я ничего не могу, потому что у меня тут эта штука не влезает. А тут влезает, интересно? А тут влезает. Погнали. Вот так. Тут что у нас? Тут у нас дохренище, поэтому там пока не включаем. Ну и у нас маркет. У нас... Фабрик шит вообще кончились. Купить. Вообще со свистом уходит. Все, поехало. А, репутация с кем-то уменьшилась, там какая нам разница. Поехало. Пошло. Все, потом, возможно, мы это дело исправим. Но это будет глобально. Это вот такую же штуку строить. Будем верить, что с бэкпаками у нас особых проблем не будет. Так, что у нас тут? А, перчаточки. 2 часа, да? Вперед. Тут 3-часовые уже у меня пошли заказы. 2.20. Перчаток мало. На 2.20. Так. Забирайте нафиг. Эти пока не идут. Сюда немножко перчаток и можно будет сдавать. Ботинки. Штаны, перчатки. Весты, ботинки. 130-140. Так, что у нас тут? Я не понял. Что, буксуем? Пошел. Ничего не буксовать. Производство перчаток просто остановилось. Не так все хорошо. Прекрасная маркиза. Так. О, вот тут можно сдать. У нас будут деньги. А, что еще? Можно просто вообще напропалую сдавать. Перчаток мало. Ботинок мало. Перчаток мало. А, ботинок мало. Хорошо. Тут. 262. Или... Пилите, Шура, пилите. Я бы мог еще попробовать сделать производство жилетов. Одна жилетка, одна это. Так, давайте включим, посмотрим. Так, кирпич поехал. 2. Да, так и есть. То есть нужно вот такую же вот линию тут строить, но вот эта колонна мешает чертовой. А, я могу сюда вынести. Мне расскажут, как я неправильно все это делаю, да? Так, дальше. Я вот отсюда не могу сюда еще одну упаковать. С этими. С жилетами. Тут рядом еще один-то встал бы, наверное. Вот склады тут немножко мешают.
Но переставлять их я уже не буду. Как бы тут выкрутиться? Вообще, весь этот конгломерат уже все, уже вот к этой боксинг-машине уже доступа особо нету. Но мне осталось последний сделать... Последний шмоточный конвейер мне осталось сделать. Поэтому, ну, хочется как-то сюда это все впендюрить. Как-то, ну, не лезет. А давайте посмотрим еще одну мержелку. Встанет, не встанет. Ну, не встанет. Колонна мешает. Откровенно мешает колонна. Вот так не мешает, но из нее конвейер не пойдет. Давайте посмотрим. Конвейер. Ну, конвейер идет, кстати. Вот тут не идет. Тут снова идет. А, вот идет. Надо что-то тут внутрить. Чтобы на одну пластиковую линию, чтобы приходилось две линии по тряпочкам. Давайте пробуем наладить. Так, что у нас тут будет? Надо линию останавливать. Жалко, паузы нету. Я бы с паузы-то тут. Ух. Так, выключаем пока. 26 минут, долго, да? Согласен. Так, убираем. Убираем. Так, надо повторить вот это вот счастье. Но его повторить сложно, потому что должны стоять мержелки, две штуки рядом. Но без этого мазерфаки не пойдут. Это раз. И я хотел бы как-то сюда впендюрить еще весты. Сейчас посмотрим, сейчас попытаемся. Так. Так. Сейвим две штуки. Так. Так. Если что, сдвинем. Тут цепляется болезнь. Вот так вот. Да. Да черт. Где у нас короткие вилки? 24 одно осталось. Ладно, пока строим. Как бы мне так бы. Так. Цепляется. Так не цепляется. Раскритикует мой конструктор. Что поделать? Блин, ну. Мне нужно вот тут протиснуть белт. Как-то. Не знаю как. Хоть как-то. Вот так он протискивается. Да, действительно, так можно. Так, мне не цапнуть то, что нельзя. Самое главное. Вот. Так, все, проблема решена. Я построю эту штуку. Так. Репутация моя у кого-то там уменьшена.
Research. Да, ресурсы еще надо, блин, опять еще ресурсов, еще денег. Еще тут нет закупки. Так. Этих, кстати, надо. Тысячу. Берем. Так. Ордера. Что мы можем сдать? Мы можем сдать вот это. Можем сдать вот это. Что у нас еще хренового? Перчатки. Хрена себе, что одно штамповал. Сдаем. И линию просто штанов надо будет остановить. Так. Бакпаков пока кот наплакал. На ботинок тоже не вагон. Ботинки, перчатки. Линию по производству штанов пока тормозим. Кто у нас штаны? Вот у нас штаны. Тормознули. Так, продолжаем наше мучение. 31 минут уже. Да, у нас ресерч, наверное, уже, да? Да. Так, ресерч день остался. Два дня. Черт. Мы можем вот это чуть сдвинуть вперед, мне кажется. Он же не упрется. И все хорошо. Да, тут все хорошо. Тут тоже неплохо, поэтому как назвать? По транспортеру у нас поедут жилет. Так, где ты? Обработка тут девайсов одинаковая. Так, смотрим дальше. А дальше у нас опять проблема, потому что вот эта штука, она широкая. И нам как-то надо... Вот так вот это все подать. Вообще, конечно. Ну, если вот эти вот убрать, тогда, конечно, все хорошо, но... Я не могу их убрать, потому что они не пустые. Или могу? Могу. Машинки, не пустые, черт не сними. Нет, не могу. Так, может вот так? Хрен-то там. А, давайте по ордерам посмотрим, что у нас можно сдать. Ничего не видно. Бэкпаки потихоньку копятся. Давайте available ордера. А, смотрим, Camo Vest. Перчатками, ботинки с бэкпаками, Camo Vest отдельно, вот штаны, ботинки, перчатки, берем, ботинки, перчатки, у меня чисто на штаны, да чё, ну нет, нахрена, нет у нас такого, это было бы слишком просто. Штаны и патроны, пожалуйста. Очень странное, короче, сочетание. Штаны и ботинки. С патронами, чисто перчатки. Штаны с бэкпаками. Заказы прут просто вот горами. Штаны и ботинки 30. Давайте. Активные ордера. Так, 2.10, ботинки, перчатки, 3.17, вот, да, сдаем, смотрим, опустело, хрена, так, ну давайте как-то выкручиваться из этого, а по левой стороне у нас пойдет тряпочка. Тряпочка у нас идет вот через это и через зип. Да? Нет. Тут что? Тут выпускается фабрик бэкпак. Да? Эх, смещение влево. А влево смещение то. Это я могу вот тут.
У меня будут длинные конвейера, да, я знаю, я неправильно делаю. Совсем неправильно, но ничего не могу сделать. Так даже будет. Так, ты уберись. Ну, давайте пока вот так поставим. Просто тут все это, да. Неаккуратно все это получается, неаккуратно. Что, после пройдешь? Пройдет она ни хрена. А вот билты. И билты не пройдут. Наполовинку не проходит. Сдвигаем. Что, получится, что ли? Ну, в принципе, да. Смотрите, выходит. Длинная серия у меня выходит. Ничего не выходит. Сдвинули, молодцы. Ну тут просто все. Есть. Шьет. Все хорошо. Так, тут. Тут. Ну тут вот так. Тут без вариантов. Все, подвинули. Да блин, заберись ты. Так. Тут это нормально укладываюсь? Да, я нормально укладываюсь. Все хорошо. Так, это кусок счастья. Да блин, не так. Все не так. То есть он, конечно, пролезает, но он с смещением все равно кидает. А если я сдвину, тут не пойдет. Так. Ресерч. Что у нас? Ладно, вот. Вот. Все, у нас появились мелкие белки. Смотрим, что у нас появилось. Вот он, красавчик. У нас есть вот такое. У нас есть вот такое счастье. Так, ну что, сдвигаем правее. Обратно. 38 минут уже. Подгребалочку никакую не сделать, к сожалению. Хотя... Не, а как? Ну как? Никак. Так. Сюда. Сейчас не пропускаю заданий. К сожалению, тут многое не выводится. Много нужного. Не выводится на экран. Что у меня с ресурсами? Что у меня с ресурсами? Нормально, живем пока. Что с ордерами? Вот можем. Уменьшить количество порток на складе. Если я эти склады разгребу, у меня вообще счастье будет. Но как? Как я их разгребу, черт возьми? Так, 2 часа. Вот. Ботинки и перчатки. Уходим. А еще ботинки, еще перчатки. Ботинок не хватает. Новые ордера ожидаются. Это прекрасно. Вот ботинки с труселями бы сбагрить.
Я труселина делал вообще гору там, не знаю, может, вперед. Так. Мне там сказали про новые ордера, но я не думаю, что там чисто брюки. Вот не верю я в это. Нет, не получится. Не получится. Че творю, а? Все это жрет энергию. Но мне вроде как пофиг. Да. Но вот их по центру будет падать. Падать будет, не вот тут. Да. А тут никак. Мне надо на крайний подавать. Но я не могу подавать на крайний. Мне нужно будет убрать вот эту штуку. Я не могу убрать эту штуку. Не могу и все так. И так не убирает. А с чем они ходят? Да, и это непонятно. Давайте подумаем еще. У меня то есть немножко слева место. Я же могу вот так сделать. А это сюда, а на эту как? Так, ладно. Давайте попробуем. Так. Метровый билд. Это сразу сюда. Блин, поставил, да? Орел. Так. А, получается же. Так, и вот этим. Вот так, а? Можно? Можно. Это вот тут выходит. Все нормально. Все, вынесли. Вот она. И вот она. Кажется, удалось. А, далее. Ну, тут проще. Это у нас белт. Идет. С жилетками на упаковку. Сюда у нас идет вот так. А жилетки так и пройдут. Вот. Красота. Вот это мы продаем нафиг. Так. Формовщик вот хреново втыкаем. Так, хреново, включайся. Формовщик, включайся. Ты. Включайся. Что у нас еще? Ты. Выход. Комбат бархлаг. Тут ничего нет, но пофигу. Тут. Включайся. Я потом расставлю включалки для всего этого. Ну, это пульты. Надо будет этим заняться. Вот. Прекрасно. Оно работает. Кстати, вот эти две, это вот эта одна, да? Теперь можно вот так. Вот так. И вот так. Хотя тут можно не пройти, ну ладно. Мы с этим разберемся.
Так, здесь жарилка. Включайся. И диспенсер, который не влезает. Ты кто? Зиппер. Ёлки. А что у нас с зиппером-то? А зиппер у нас стоит. Наоборот. Да? Бук-бук. Бэкпак. У нас тряпочка режется и зиппер. Вот так. Наоборот. Если мы это уберем. Нет, зиппер здоровый не уберем. Или уберем. Притык-то. Еще как уберем. Так. Вот. Да, это хреновина кривая. Вот тоже угораздило сделать ее кривой, со сдвигом. Так, вроде нормально. Пошел. Пошел. И к тебе диспенсер, тряпочки. Вот. Все, вот так оно будет работать. Здесь. Что, мне понравились белки. Мелкие. Так, ладно. Ну. Что, еще не влезет? Вот так. И вот так диспенсер. Да, он пошел. Тут включено, тут включено. Так, что у нас тут в этих штуках лежит? Тут нихренища не лежит, тут много пластика лежит. А причем это много пластика придется включать, да? Да. Так, поэтому диспенсер пошел. Давайте расходовать. А, ресурсы. Ноль, маркет. А, фабрик шит. Не столько. Купить. Я купил, купил. И этого 1000. Купить. Работать. Так, а мы пока здесь продолжим. Значит, здесь нужен зиппер. Ух, зиппер. Шансов у жилетов попасть сюда, все туманнее. Нет, должно пройти, должно. Это зиппер. Что с энергией. Энергии уже мало. Собственно, если я штаны включу, то у меня тут все перекосит нафиг. Так, каптер. Каптер у нас кривульский. Надо бэкпаки. И сюда же диспенсер. Тряпочка. Ну, кажется так. Да, вот кажется так оно пойдет. Что у нас тут? О, тут еще. Тут до хрена. Пластик еще не скоро понадобится. Его взять оттуда, сюда переложить. Ну ладно. Ну что, заводим. И это заводим. И смотрим. Так, сам главное отсюда появится. Да, они появились. Все прекрасно, они идут. Здесь пришло. Ушло. Пришло. Ушло. А пластик копится быстрее, чем надо, но тут, кстати, ничего не поделаешь. Раз. Когда сдвигает их. Все. Мы наладили. Мы это сделали. Может быть, не очень изящно. Но мы это сделали. Так.
Тут работает. Давайте по ордерам. Я просто подряд продам сейчас. А бэкпаки только пошли у нас, к сожалению. Так, ничего не можем делать. Ботинки. Ботинки. Ботинки чуть не торопятся. Так, у нас 4 ордера осталось. Так, что у нас с ботинками? В ботинке все идет, все хорошо. Я продал эту штуку. Мерберка. Зипер. Что мне остановить, чтобы она... Диспенсер, короче, стал. Сейчас мы сейчас отсюда уберем. Надеюсь, там запаса нету. Как бы не так, да? Нет запаса. Давайте сваливать уже к сламу. Да блин, он не кончился. Все? Все. Так, мерзлка. На кого-то там у нас уменьшается этот, как его, отношение. А как тут их не уменьшить? Так, а вот тут ботиночки. Там их будет. Да. Вперед. Процесс пошел. Отлично. Ордера. 51 минута. Завис, согласен. Ну, фигня, короче. Ладно, погнали. Жилеты я еще не беру. Вот, пожалуй. Берем. Ботинки-бэкпаки. Давайте еще ботинки-бэкпаки возьмем. Чисто бэкпаки возьмем. Чисто ботинки возьмем. Россия нейтральная. Бэкпаки. Ой, ботинки, перчатки, штаны берем. Это мимо. Берем. Да, берем. Берем. Маленький заказ, кстати. Да, берем. Перчатку мы с этим сюда нафигачили. Ладно, пока больше не берем. Так, что из этого мы можем отдать сразу? Отдаем. 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 Это все. Отдаем такое. Нормально, 59 денег уже. Прекрасно. Что еще? Ну, все. Все работает. Все прекрасно. Ага, прекрасно, да, конечно. Так прекраснее. Половина уходит нахрен. А в остальном прекрасная маркиза. Все прекрасно, да. Так, все работает. У нас линия по производству штанов пока стоит. Но нам, в принципе, не особо-то и надо. Или уже надо. 51 штаны. 690 упаковано. Не надо. Новые ордера. Не надо новых ордеров. Мы только-только наладили производство. Так. Ну, вот так вот я выведу жилеты. И где-то тут я поставлю жилеты производства. Не кидайте меня тапками, строю как умею. И у нас тут чисто это будет одежное производство здесь. Это получилось длинной серии, конечно, но... Как-то так. Как видите, денег у нас. До фига. Шейкер, ты что делаешь, шейкер? Что бы он ни делал, пойдет. Вот, это мы зафигачили шейкер. Надо будет еще стеллажи улучшать. И надо уже станки тогда фигачить. Потому что если я возьму патроны... то мне надо будет производить. У меня уже их хотят производить. Я не помню, что там за красные коробочки. Красные коробочки.
потому как лицензия на пистолетную продукцию, кстати, производство автоматического оружия тут нет. Вот это не знаю, что это цена. Ну, ладно. В общем, мне надо следующий вот это вот отфигачить. Все. Сейчас у меня следующий шейкер. Вот это бы еще не было. Ну, 60 уж поинтов. Давайте немножко увеличим наши расходы. Вот так. И будем сейчас доисследуем стеллажи. И пойдем по уже исследованию оружейного всякого. Так, не где у меня обломков? Тут не валяется, было разрушить. Вроде нет. Так, перчатки у нас работают. Они мелких нет ни хрена. Так, тут все тикает. Штаны не тикают, но штанов у нас просто гора. Репутация у нас гуляет. Я вот не знаю, может быть стоит... Я не уберу, да? Никак. Надо было не брать так много клиентов. Хули. Потому что, я не знаю, допустим, я выберу Россию снабжение, да? Ну, такая она будет на фантазии. Открою тут, кстати, не вижу. Нейтральчики. Я просто всех не обеспечиваю, нейтралы. Это вообще недоверчиво. А, комода стоит. Ладно. О, могу. Германия ушла. В остальном ботинок не хватает. Ага, ресурсы. Вверх. Пластик. Маркет. Так. 3000. Берем. 24 6000 берем. Вот это я купил, а? Все. А что у нас тут? О, ну пластик у нас гора. Обрубаем. Тут не такая гора, но тут 364, а? 47. На самом деле, вот тот-то убрать и поставить маленький белый, вот такой же вправо скидывал, чтобы пластик сюда шел. Можно будет выровнять, но не очень актуально. Тут. Ох ты ж, елки ботинок. Это подметок столько. Да и издеваюсь. В этом просто завал подметок. Подметочное царство. Ну ладно. Давайте посмотрим. Тут много перчаток и мало пластика. Ну это потому что сейчас оно ушло, совало. Ладно. Это мы можем выровнять, у нас тут очень много вложено, как бы получается, во все эти пластики. Так, ордера. О, отдаем. Не отдаем. Тоже отдаем. Бэкпаки нас забуксовали немножко. Но что в перчатках. Блин. Увлекательно, черт возьми. Погнали сверху. Этого нету. 280, черт его знает. Ну, наверное, нету. Но можем здесь взять. Открыть достижение день 75. Берем. Берем, он сразу, скорее всего, сразу исполним. Жилетов нет. Жилетов. На самом деле, то, что с жилетами можно просто не брать. Все остальное, мне кажется, мы просто успеем. Перчатки берем, только не свет в бэкпаке, но берем, ладно, посмотрим. Так, бэкпаки, штаны, перчатки берем. Мы сейчас бэкпаки забухнем, чувствую. 300 ботинок, а ладно. Перчатки, штаны, ладно. Ну, чисто штаны. Фу. Штанов у нас тут навал. Перчатки, да. Берем 3 часа нормально. Берем. Я сейчас нахапаю. Я сейчас допрыгаюсь, называется. Берем. Интересно, потянет моя прыгалка с такой скоростью, да?
что-то. Ботиночки чисто. По-моему, я ботинки перебрал. Так, штаны, да, штаны. Штаны обнулять. Так, ботинки. Все, активные ордера. Погнали. Я все никак от игры не оторвусь, да? Перчатки ушли. Час 17. Час 28. Ух. Сейчас в пролете буду. Штаны. Кстати, возможно, по итогам всего этого я сейчас смогу переставить эту игру. А смотрите, штаны кончились. Еще штаны. Еще перчатки. Ботиночек немножко. И все. Все. Что у нас тут? Да, смотрите, я могу. А мне надо? А мне уже и не надо. Я уже тут вытянул линию. Мне по барабану. Так. Ну что ж. Пошли. Так, тряпка. Там тряпка, тут. Тут тоже тряпка. Ну ладно. Так, погнали. Эрис, 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 Эрис. Что по энергии? Нормально укладываюсь. А, ну брюки идут вообще без пластика, все хорошо. Ракс. Ракуем. Не могу. А вот сюда могу. Вот так. Склад у нас увеличился, и мы еще его увеличим потом. Так, ресерч. А, один день. До 7 высоты мы его увеличим. Так, что у нас тут? 143 подошвы. 530 подошв. Ловишь. Вот так вот. Отключаем. У нас еще по подметкам-то специалисты. Отключаем. 500 подметок, это круто. Ладно, ну просто. Можно выключать эти линии, и все подметки будет хорошо. А еще их можно компактифицировать будет. То есть вот эту вот пятно убрать, вот, но повернуть. Я тогда просто собирал, я не знал, что можно без конвейеров. И я насобирал немножко лишних конвейеров. Можно подсократить, конечно. Тут нельзя. А вот эти можно. Даже в другую дверь. Так, что там? Я уже за час вышел. Час ноль. Так, 90. Тут. Но тут я, к сожалению, не могу вырубить совсем, потому что ну вот тут не переключается влево-вправо. Тут 88, тут 300. А, ну что ж, ладно. Пока выключено, пока буксуем. Так, ордера. Сдаем. Сдаем. Я сдаю не глядя на время, просто вот подряд. Что с галочками, то сдаю. Все, больше галочек нету. С остальным мы пролетели. Пока. Пока пролетели. Так, бэкпаки. Тут что нормально. Тут все нормально. Ну, копится.
Так, еще комнат бэкпак. Да, они идут, все нормально. Мне кажется, что они медленно все не успевают. Все. Как нехорошо. Но с этим делом заканчивается. Чего еще раз глянем разок. Ага, да. Можем стартовать вот эту на 6. 60, РП 70. Либо уже можем приниматься вот за это дело. Метал роудис. Да, примемся. Пора к патронам приступать. Хотя у нас этот жилет еще не готов. Ну что ж, на этом серию заканчиваем. Всего хорошего и до новых встреч.